Мы решили сравнить три самых популярных игровых вида спорта. Футбол, баскетбол, волейбол. У нас будет несколько критериев, по которым мы будем судить. Доступность. Для футбола, баскетбола и волейбола необходимо иметь мячи и площадку, где можно играть. Но пройдемся детальнее. В футболе также желательно иметь подходящую обувь, что уже делает его менее доступным. Но если сравнивать по площадкам, то крытых и открытых полей для футбола в городе значительно больше, чем любых других. Почти в каждом дворе имеется поле, где можно пинать мяч. Незначительно уступает ему баскетбол. Площадок также много, но все же меньше, чем у футбола. А вот с волейболом все еще интереснее. Доступных площадок минимум. В основном это специализированные залы. Но плюс волейбола в том, чтобы в него играть, площадка особо и не нужна. Подкидывать мяч можно где угодно – на асфальте, на песке и даже в лесу. За такую неприхотливость балл отдадим волейболу. Коллективность. Игровые виды спорта подразумевают под собой большое количество людей. Конечно, оттачивать навыки контроля мяча можно и одному. А вот для полноценной игры необходимо уже как минимум несколько человек. Для футбола и волейбола точно. В то время как в баскетболе, а точнее в его уличной версии, популярны игры один на один. Так что здесь балл заслуженно улетает в баскетбольное кольцо. Популярность. Здесь сложно создать интригу. Футбол по праву считается самым популярным видом спорта. Его фанатами являются больше половины населения нашей планеты. В то время как у баскетбола количество фанатов едва достигает отметки в 1 миллиард человек. А у волейбола и того меньше – 850 миллионов фанатов. За количество балл уходит футболу. История. Футбол зародился в Англии в 1860 году, баскетбол в США в 1891. Волейбол также впервые появился в США, но уже в 1895 году. За то, что пинать мяч придумали раньше, чем его кидать, футбол получает балл. Таким образом, в нашем символическом сравнении побеждает футбол, но заниматься стоит тем, что нравится вам.